22 сентября в 12 часов дня в Силамяе был дан старт 24-часовому ультразабегу и забегу на дистанцию 100 километров в качестве подарка на столетие Эстонской Республики. Подобный забег, который прошел по тропе здоровья, проводился в Эстонии впервые. Раньше ультрамарафонцы бегали на стадионе. Забег на 100 километров, как отмечают организаторы мероприятия, это спринт по сравнению с основным 24-часовым забегом, так как бегуны пробегают за сутки до 200 километров и более. Лучшей в забеге среди женщин стала эстонская бегунья Сири Пильт, которая установила рекорд страны, пробежав 184 километра за 24 часа. Это очень хороший опыт, но я думаю, что я только теперь не хочу хотя бы 24 часа делать. 100 километров много легче есть. Эстонский бегун Томас Унд пробежал 205 километров за 24 часа. Он занял первое место, но не смог выполнить те задачи, которые он поставил перед собой. А именно, установить новый рекорд Эстонии и пробежать 240 километров. Ведь из эстонцев до сих пор сильнейшим остается Сильвер Энсер, пробежавший 3 года назад за сутки 232 километра в Брюгге. Узнал, что нет в таком форме сегодня, чтобы бегать такую дистанцию. Это Сильвер, который держит рекорд, очень сильный спортсмен, и я стараюсь в следующий раз. Для участия в этом забеге зарегистрировалось 29 ультрабегунов, среди которых 4 россиян и 4 финнов. Как отметили организаторы, 24-часовой ультразабег станет теперь традиционным мероприятием в Силамяе. Сергей Степанов, Артемий Фомин. Специально для Кофе Плюс.